основные две формы концертной практики – это непосредственно концерт. То есть, что собой представляет концерт? Ну, если так вот кратко и доходчиво. Это публичное выступление, которое имеет определенное место и определенное время, определенную протяженность. То есть, будем помечать сразу эти факты. Вот есть P, в данном случае буду писать place, да, это место. Есть T, как в математике, это time, время, да. Есть L, это length, это протяженность, да. Собственно, все эти термины, они понадобятся. Есть вторая форма, не менее как бы востребованная, чем концерт, это фестиваль.